И что, и куда нам сейчас дальше? Аккуратно, Оксан. А все, мы это место знаем. Провод осторожного под напряжение. Он смотрит на это. Он хочет, чтобы его поупрашивали, он вредный. А что здесь за туса вообще? А здесь этот, преподают. Такой мягкий нос. А, то есть это клуб здесь? Да, это, да. Типа ипподром? Угу. Оксан, головой к этому. Я не знаю. Там вся фигу может 10 тысяч вольт. А правда, сколько тут может быть? Я думаю, что здесь немного. Здесь просто, чтобы так, знаешь, ошатнул. Ну, как бы это давай проверим. В первую очередь для лошадок. А может, вообще сейчас мы это напряжением просто так написали. Ну. Против, не против. Интересно, почем тут покататься вообще?